Приветствую вас, друзья. Ну что, это снова обзор уже на Super Nintendo. Тоже Battle Toads Double Dragon. Ну, как я и говорил, в принципе, то, что следующая будет именно эта же игра, только на Super Nintendo. Ну что, давайте посмотрим, что это. А, ну, в принципе, можно заставочку посмотреть, как она отличается, да? Тоже про Rush. Я безумно очень крут, но сокрушительные удары охладят их пыл. Так, это кто у нас? Зиц. Я самый сообразительный из земноводных. Я так же силен, как и Луна. Пимпл. Да, я не умник, но когда чистый ум пасует, грубая сила торжествует. Ну, кстати, немножко по-другому. А также и драконы. Да, немножко по-другому здесь переведено. Так, Джинни, если поход обещает быть жарким, я тот, кто нужен. Также боссы. А Бобо. Так, это что-то другое. А, это Робоманус, а там немножко по-другому. В Неси были в Дэнди. И Шэдоу Босс. Босс. Тень. А также королева. Темная королева. А здесь переведено так же. О, нет, гигантский объект приближается к Земле. Нужно срочно сообщить жабу. А, там луна треснула, а здесь интересно, что... Как это обыграют они. Да, кстати, игра немножко лучше, но так... Как и графически, так вот по звуку. Но по геймплею сомнительно. Мне больше на Дэнди, кстати, нравится. На NES. SNES, NES. Давайте Дэнди я буду называть. Всем понятней. С драконами мы победим их. Ясно, проф. Проф здесь проф. Билли Джимми, вы величайший воин на Земле. Вы поможете нам? Странно, его проф зовут типа профессионал, или кто он там, я не знаю, проф. Интересный вертолет, как поднять морг, машина вернулась ввысь, но здесь космос тоже, типа космический вертолет. Ладно, погнали, попробуем. Здесь, кстати, короче все. Так, и немножко вот так вот сделаю. А давайте, кстати, Билли возьмем. Да, почему бы нет? Давайте попробуем. Джимми нет? Какой он резкий. One up. Ух ты, блин. Перехватить удары. Нет, не смог перехватить, смотрите-ка. Ах ты, зараза. Здесь немножко управление другое. Я бы сказал, немного корявое, что ли. Так. Другому. Жабами интереснее играть, кстати. А, я не ударил. А, нет, ударил.
Ух ты, вертушка слабая, кстати, у него. Ух ты. Да блин. Сейчас. Уровни, кстати, по-моему, те же самые, но немного по-другому ведут себя боссы. Да. Если не ошибаюсь, немножко изменили здесь. Механика та же. One up, берем. Да нет. Нет. Интересно, отпускать это можно? Нет. А, о, нормально. Да, все-таки зацепил, и я потерял жизнь. Честно сказать, пока на Дэнди больше нравится. Так, этап первый. Руки по-другому себя ведут. Там более четко, здесь более смазано вот этот тайминги вот эти поймать. Сейчас посмотрим, как с боссом. Даже глаза вылазят так же. Давайте проверим, такие же удары прокатят. Ну, вроде да, механика та же. И еще один удар, да. Готово. Не получилось. Не потеряв жизнь. Ну, опасайтесь Блэда. Ага, да, у него выпад лучше. Дальше. Нет. Ух ты, тут новое. Наверное, я их буду отшвыривать, потому что они довольно опасненькие, кстати. Но в принципе можно и сделать так. А, нет, не получилось, их двое просто. Готово. Ну и что-то вроде этого хотел. Заберем. Боюсь. Ой, нет. Так, есть ногой тут. Сейчас, подожди, сейчас и до тебя очередь дойдет. А, тут другой удар. Не очень, кстати, удар. Мне не нравится. Он не такой замашистый. Да, он долгий. У жабы поинтереснее он. Он быстрее их выносил. Так, здесь бомбы. Да. Кидаем. И все. Да. А тому будет 6 раз, по-моему, если не ошибаюсь. Может, даже больше. Здесь, кстати, медленнее так. Ага, отлично. Улетел. Все. Очки забираем. Музыка, кстати, ну, не в тему. Если честно, как-то не так. Ай, придется... Хорошо, ладно, пойдет. Отлично, длинноногие. Ну, пойдет. Ну, в принципе, смотрите, как даже
Так тоже пойдет. Не стоило, да? Тоже не стоило. Да хотя, в принципе, без потерь вроде идем. Быстро. Жаба быстрее делает. Он подкидывает их вверх и вышвыривает за карту. А здесь он заталкивает. Тут больше ударов. Это мы помним. Нет? А я что, беру, когда... Нет. Да что ж такое? Вот это так... Это не то. Это пошло не так. Нет. Какая у него лапа здоровая. Пойдет. Моя и твоя. Всего два раза, по-моему, я... Ага. Нет. Хорошо. Еще один раз, по-моему. Так, что-то он туда закидал их. О. Да, один раз надо было, и все. Все, погнали вниз. Сейчас на машинах, по-моему. На мотоциклах там летающих. Здесь ничего нет? Нет. Ну погнали, посмотрим, как здесь будет это работать. Ага, понял. Тоже жизни. Есть. One Epic. Реально, как, не знаю, с 90-х середина. Стиль такой. Оно так и есть. Так. Ну, пока. Пока, в принципе, норм. Или у нас нога линджа здесь. Жабой так не прокатывал. Мой косяк. Тут, а, кстати, там не было. На NES. Снова на жизнь, да? И они более хаотично разбросаны здесь. Да фиг с ним. Не столь важно. Так. Что-то здесь какое-то отличие есть. Кстати, есть также на Sega. Ну, на Game Boy я говорил, есть тоже. Хотелось бы тоже обозреть это. Воу-воу-воу-воу-воу. Ох, по-другому. Он другой. Другой, вообще другой. Ах ты, блин, зараза, он меня растоптал. Вау, там такого не было. Да нет, все. ХП. Да. Нет. Если попался, то все. Да, он еще прыгает. Он... Да, нет. Капец. Ах, нифига себе.
Все. Подмяли. Подмяли. И снова подмяли. Чего я на рожон лезу? Да, сложно, кстати. Готов? Это ему быстро его разложили. Блэк уже не кажется таким здоровым. Будьте осторожны. У Рупера припрятана пара тузов в рукаве. Посмотрим. Ну, уровни. Так, кулаки против пуль. А, я практикуюсь в стрельбе по вашим лупам. А там мишеням было, да. Кстати, да, повторяются уровни. Дамочки с плетками. Это помню. Ух ты, да. Вот там я ни разу не попадался. Нет, я не любитель этого. Ух ты. Даже прыгнуть не дают. А, даже и такой удар нельзя. Даже такой удар нельзя сделать было. Прикиньте. Офигеть. Ну что, друзья, давайте закончим на этом. Ой, уровень. Тут везде подвох. Ну хоть хп-ку взяли. А. Да. Что я взял? Я что-то взял. Вниз. А это что, прикол был сейчас? Да, это был прикол. Я не понял, что это сделать. Ладно, друзья, вот такая вот игра была. В принципе, да, похожая. Но она немножко какая-то вялая в управлении, вот честно. На Денди, то есть на NES, гораздо четче. Ладно, спасибо, кто был с нами, кто смотрел это. Если понравилось, оцениваем. И не забываем подписываться. Всем счастливо и всем пока.